Начал свое, так сказать, за кафедрой уходил в церковь еще в Красноярске, там было в 2008 году, и вот, до Самары, да, вот. Хочу поделиться с вами, так сказать, прожитой неделей в революционном центре, так сказать, то, что мы с ребятами делали по духовной части, не по материальной. Все прям молодцы, любят слово на самом деле, изучают его. Мы прочитали, значит, Евангелие от Матфея, там, Нагорную проповедь, то есть заповедь блаженства почитали. Почитали молитву, Отче наш, более-менее, изучили. Вот. И сегодня я хочу сказать здесь, так как мы знаем, кто вложил нас, мы знаем, как обратиться к Богу к Отцу, да, как его Иисус нас научил. И есть ключ ко всему к этому. Да? И написано это послание Павла к Римлянам, 5 главе, 6 стиха по 11, небольшой отрывочек прочитаю. Павел говорит: «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, ради заблагодетеля, может быть, кто-то и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Поэтому тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его. И недовольны сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение». Вот эти стихи, они прямо открывают то, что, ребята, без чего мы не сможем, вообще не сможем жить. И без этого мы вообще не сможем быть в мире с Богом, да? В принципе, наша цель, и цель Иисуса Христа, прихода на эту землю, да, чтобы мы имели этот мир, мы пришли обратно к Отцу, к Творцу. Вот. В 7 стихе интересная ситуация. «Ибо едва ли кто умрет за праведника, ради заблагодателя, может быть, кто решится умереть». Разговаривали сегодня вчера с Мишей, да, Миша говорит, что я, говорит, считаю, могу назвать братом того человека, кто он сможет за меня умереть, да? То есть это лучшее доказательство того, что доказательство любви. Вот. И вот ответ, да, на это, что когда мы творили в незнании Бога свои черные дела, да, то сатана нас научил. Вот. И когда мы это делали, а Бог уже вот эту свою высшую любовь доказал, да, что отправил своего сына за меня, за тебя, за то, чтобы ты мог жить, мог войти в общение с Отцом, кто сотворил все это, да, весь этот мир. Вот. И в 11 стихе он говорит: «Недовольны сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение». Да? Я могу сегодня, да, сказать прямо, что я могу хвалиться Богом, я могу хвалиться, потому что я получил мир, я примирился с Богом, с Отцом. Я могу хвалиться и говорить, и потому что я вижу, что вот эту всю красоту, которую мы можем созерцать, что это сотворил Отец наш Небесный. Да? И
В заключение хочу сказать, что ребята, без примирения с Богом мы не можем все увидеть красоту, которая нас окружает. И высшая, так сказать, цена, которую может кто-либо предложить, да, уже она была предложена за нашу жизнь, за нашу душу, да. Поэтому хочу еще раз попросить всех, кто еще не примирился с Богом, что надо это делать. Это надо делать сегодня, и не завтра, и не послезавтра. Аминь. Аминь. В моем сердце есть признание для тебя.